Всем привет, меня зовут Никита. Мы находимся на канале Match & Blight. Сегодня мы находимся в парке Патриот. Город Энгельс. Несмотря на карантин, как вы видите, я в маске. Но пока штрафы не ввели нам, поэтому мы можем пока свободно находиться на улицах. Я не знаю, как меня сейчас слышно, но пытаюсь хоть что-то сказать. Как вы видите, здесь очень прикольно, красиво. Никого, народу нет, все по домам сняты, на дачу ехали. Ну и на фоне всей вот этой вот дичи, которая происходит, о, сзади нас тоже велосипедист едет. Ну и на фоне всего того, что происходит в мире, никогда не надо забывать о мерах предосторожности, например, маски. Также часто после посещения каких-то общественных мест, которые еще открыты, надо не забывать после этого мыть руки антисептиками и другими дезинфицирующими, так сказать, препаратами. И никуда главное не ходить, вот, сидеть дома. Но если уж прям не втерпёшь, то вот выбираться в те места, не в общественные места, а вот на природу, где поменьше контактов с людьми и побольше контактов со свежим воздухом. Да, и соблюдайте дистанцию 1.5-2 метра, если вы собираетесь в какие-то массовые места. Так вот, так это было просто видео, которое показывает, что нахождение в карантине еще не конец жизни. Так, всем пока.